Здравствуйте, меня зовут Александр Горбунов, и сегодня я покажу вам удобную квартиру под отделку, которая расположена в новом жилом комплексе «Царицыно-2». Адрес квартиры: город Москва, район Бирюлево-Восточная, улица 6-я Радиальная, дом 76, корпус 1, квартира 182. Продается новая двухкомнатная квартира под свободную планировку, находящаяся на 11 этаже 18-этажного монолитно-кирпичного дома постройки 2018 года. Четырехподъездный жилой дом с кладовыми и с подземным паркингом расположен между 3-м транспортным кольцом и МКАД, а также вблизи к удобным транспортным развязкам, что позволяет достаточно быстро добираться как до центра города, так и к вылетным пригородным трассам. Общая площадь квартиры 54,2 квадратных метра. В квартире под свободную планировку предусмотрены две изолированных комнаты площадью 13,5 и 16,7 квадратных метра, кухня площадью 10,4 квадратных метра с выходом в лоджию и раздельный санузел. Спальня поменьше и лоджия с окнами на север. В большой спальне вид во двор в сторону юга. Высота потолков 2 метра 75 сантиметров. В окнах пластиковые стеклопакеты. На площадке всего 3 соседних квартиры. В двух из них уже сделан ремонт и проживают. В подъезде есть грузовой и пассажирские лифты. Подъезд чистый, без посторонних запахов. Под окнами дома много парковочных мест, во дворе детская и спортивная площадки. Также в доме есть двухуровневый подземный паркинг. Район имеет хорошую сложившуюся транспортную инфраструктуру. Ближайшая к жилому комплексу станция метро «Царицыно» находится в 3 остановках или в 10 минутах на транспорте. Станция метро «Пражская» в 13 минутах на транспорте, а в 2025-26 годах всего в 300 метрах от жилого комплекса откроется станция метро «Каспийская». Всего в 1 километре от дома расположен знаменитый Царицынский парк с усадьбой, где есть несколько больших прудов и классный дендропарк. Дом введен в эксплуатацию, ключи получены. Один взрослый собственник. Материнский капитал при покупке квартиры не использовался. Полная стоимость в договоре, свободная продажа. Объект с данными характеристиками всегда является удачным и ликвидным приобретением. Квартиру при желании легко сдать и легко продать. Не откладывайте свою жизнь на завтра, звоните мне уже сегодня, я с радостью покажу вам эту квартиру.